Вот они, наши витамины, долголетие наше, первые. Наше здоровье, короче, первые витамины с грядки. Вот сейчас я освобождала теплицу для томатов. И лук, который буквально несколько недель назад, но около месяца я высадила. Смотрите, какой дал богатый урожай. Конечно, он бы еще мог расти, но у меня очень уплотненная посадка, и я все-таки его изъяла. У меня еще есть грядки, переноски. Вот этот лук я выращивала с маленьких лука-севка. Очень мне нравится тем, что перо нежное такое, мягкое. Но с больших луковиц оно более такое грубое, а это прям сама нежность. Вот завтра на 1 мая будут первые пирожки с луком зеленым и яйцом. С вами была Ольга Чернова. Все.